Ой, всем привет! Будем разминаться и закаливаться. Сожмемся. Будем закаливаться. Господи, дай здоровье мне, моим детям, родным и близким, родителям. Ох, здорово! Какое блаженство, вода! Водичка сушит. Вода – это живой организм. Водичка, дай здоровье. Какая красота! На воде там. Я вам вернусь. Сейчас. Всем моржам привет! Здорово! Здорово! Закаливайтесь, вода холодная. Просто она помогает. Исцеляет даже внутренность. Омолаживает. Укрепляет иммунитет, главное. Вот, вообще, очень полезная. Дает радость такую. У кого депрессия, она просто избавляет. Убирает депрессию вообще. Человек, который закаливается, он всегда оптимистичен, радостен и всем доволен.
да, и не боится никаких сквозняков, никаких болезней. Так что присоединяйтесь, моржуйтесь, закаливайтесь. До 10 градусов, до плюс 10 вода самая полезная. И не бойтесь, заходите. Сначала помаленечку, потихонечку, ножки помочите, просто оботритесь. А потом постепенно увеличивая процедуры. И водичка, и организм вам скажут спасибо. Когда моржуете, закаливаетесь, лучше, конечно, с головой. Тогда эффект будет больше для здоровья. И ваше тело, весь организм скажет только вам спасибо. Даже не выскажешь вот этих чувств, когда ты закаливаешься. Вообще. Состояние такое адреналина, радости. И хочется делиться с людьми этой радостью, любовью, окружать всех людей. Даже люди вот меня сегодня увидели и говорят, и мы тебя не узнали, потому что я закаливаюсь. Они меня не видели 10 лет, а я помолодела. Хотя мне уже скоро 55, 26 июня. Так что присоединяйтесь, закаливайтесь и будете всегда красивые, молодые и здоровые. Всем пока-пока. А я буду плавать еще. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.